20 библиотекарей со всей области приехали в Брест на семинар, посвященный вопросам развития интереса к книге у детей. Мероприятие состоялось в городской детской библиотеке. На встрече обсуждали, как сделать так, чтобы книга оставалась популярной, чтобы дети не переставали посещать библиотеки. На нашей сегодняшней встрече думали о том, как сделать еще необычнее, увлекательнее книгу, когда самое интересное издание, оказываясь на этой выставке, зачастую люди просто проходят мимо нее. Пришли к выводу, к выводам, если рядышком находится необычный, уникальный, очень интересный, с горящими глазами библиотекарь, то любое издание, даже самое старое издание, будет найдет своего читателя, будет интересно. Я не ожидала, что в городской библиотеке можно не только прийти почитать, но прийти и чему-то научиться новому. Действительно, сегодня библиотека – это не только хранилище книжных фондов. Она перерождается в развивающий образовательный и досуговый центр. Чтобы дети не теряли интерес к книге, внедряются новые формы работы. Проводятся флешмобы, организуются выставки, буккроссинг и многое другое. Впервые на семинаре состоялся квест с использованием QR-кодов. Как научиться так привлечь ребенка, держащего и не выпускающего из рук телефон, чтобы он хотя бы через телефон все-таки взял в руки настоящую книгу. Мы попробуем сегодня это сделать вместе со школьными библиотекарями. Да, современные библиотекари умеют не только формировать книжные фонды и заполнять читательские формуляры. Они используют современные технологии, различные креативные формы работы с детьми. Словом, ищут, находят и используют новые подходы. Стараются сделать все, чтобы библиотека не потеряла читателей, а наоборот, привлекла новых.